вас подождите. Низковато. Низковато? Точнее, высоковато, хотел сказать. Наоборот. Перекрутилось, что-то отсоединилось. Так, нормально. Да, слушай, вот неожиданно такой просто обрыв. На сколько этажей тут? Да? Ладно. Так, ладно, я держусь. Мне подойти поближе. Никуда не улетит. Ну, да. Не боюсь, но вот это такое конструкция такая под тобой, конечно. Не, надега. О, здесь, конечно, круче, чем на мосту несколько раз. Я теперь понимаю, почему ноги трясутся. Да. Это адреналин. А первое, что обычно запускает? Сусанина или бревно? Ну, надо был сначала дядя Вася, потом бревно? Дядя Федя. Понятно. Что, дядя Вася ушел в воду или раньше? Дядя Вася ушел в берег, в ближний. Понятно. Он весил 200 с лишним под 300. Ого. Потом посчитали, как мы его тащили по леспасу, что он очень много весил. Готов? Так, а мне можно проверить? Я... Ну-ка, сейчас, секунду. Ты сейчас. Я точно нормально? А, не на том висю? Так, что, это-то куда так будет болтаться? Нет. Оу! Что такое? Все нормально там? Не готов, говорит. Все, я, значит, закреплена. Господи, отсюда так... На ту сторону, аж да. Аж ноги дорожат. Где-то через час, все нормально? Сколько сейчас-то времени? Ну, тогда нормально, мы часов до 3-4, не больше. Да, конечно, столица хорошая, вообще офигенно. Это не мост. Да. Ну, здесь это самое, на лодках, да. Ощущение.
вообще никак. Никак?